Велосипедные дорожки, свадебная зона, просторная автостоянка. В Сургуте в активную фазу вошла реконструкция городского парка «Кедровый лог». Его реновация ведется по программе формирования комфортной городской среды. На эти цели из городского бюджета выделено 70 миллионов рублей. Когда сургутяне получат уютное место отдыха, в сюжете Лианы Киямовой. Два десятка строителей и несколько единиц техники работают на этой территории. Благоустройство парка «Кедровый лог» в самом разгаре. Сейчас подрядчики переносят инженерные сети и подготавливают землю для будущих пешеходных дорог. Отсюда уже вывезли кустарники, больше 2500 тонн кубических метров непригодного грунта и завезли 1500. Площадка представляет собой это асфальтобетонное покрытие 7600 квадратных метров. В том числе будет площадка из брусчатки, это 320 квадратных метров. Там будут мафы архитектурной формы. Мы будем площадке отдыха, проектом еще предусмотрено обустройство центральной аллеи. В будущем эта территория станет пешеходной зоной. Это лишь часть реновации парка. Здесь появятся тротуарные плитки с подсветкой, светящиеся арки неправильной формы. В зимний период планируется заливать каток. Изюминкой кедрового лога станет буквенная инсталляция. Она будет располагаться между главной аллеей и зоной парковки автомобилей. Это все сделано из металлических труб высотой 1,5 метра и длиной порядка 10 метров с подсветкой. Очень интересная будет композиция. Реновация кедрового лога проходит по программе формирования комфортной городской среды. На его реализацию из городского бюджета выделено 70 миллионов рублей. Сейчас строители благоустраивают лишь часть участка. В будущем здесь появится площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, велосипедные и свадебные зоны, автостоянка на 320 мест. Это глобальный проект, он будет у нас реализовываться в течение нескольких лет. Ну, соответственно, получим достаточно благоустроенную территорию в городе, на которой люди смогут прекрасно проводить свое время. Надеюсь, парк людям понравится. Это будет достаточно такой современный, интересный парк. Работы на этом участке планируется завершить в конце ноября. Ну а по программе «Комфортная городская среда» в Сургуте в этом году строится мост в одном из городских скверов, набережная и площадь. Лиана Киямова, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.